Капитальный ремонт улицы Сумской в Белгороде обещают завершить к 5 августа. На каком этапе сейчас работы, с какими сложностями сталкиваются дорожники и смогут ли уложиться в обозначенные сроки? Ответы на эти вопросы в репортаже Станислава Колесникова. Улица Сумская – одна из самых протяженных в нашем городе. Ее длина составляет порядка 7 километров. Прошлым летом здесь активно вели работы по реконструкции дорожного покрытия и самой уличной сети. На эти преобразования было потрачено свыше 170 миллионов рублей. Сейчас же основные силы направлены на благоустройство территорий хозяйствующих субъектов, расположенных на Сумской. Следует отметить, что практически каждый магазин, каждая заправка, каждый завод, каждый склад – внес свой посильный вклад в благоустройство всей улицы. Приводится в нормальное состояние фасады, красятся фасады, осуществляется озеленение прилегающей территории, строятся парковки. Сейчас на Сумской находится более 120 промышленных предприятий крупного, среднего и мелкого бизнеса. Среди них завод ЖБИ-4, Евробетон, Белгородский завод горного машиностроения. Кроме того, объекты торговли, две гостиницы, школа. Все они вовлечены в процесс благоустройства и своих территорий, и улицы в целом. Очень рады, что мы внесли какую-то определенную долю, скажем так, в омоложение улицы. То, что внешний вид теперь выглядит презентабельно, и то, что достойно, мы поработали. Практически все работы ведутся за счет внебюджетных источников. В порядок приводят фасады зданий и подъезды к ним, заборы и ограждения. Активно идет и процесс озеленения территории. Появляются новые клумбы, высаживают деревья. Здесь будут клумбы разбиты везде, скамейки стоять, деревья посажены будут, ландшафтный дизайн в квадратах везде. Всю эту работу, что касаемо благоустройства здесь, что касаемо здания, так скажем, в течение недели закончим фасадное остекление. Силами комитета по управлению Западным округом Белгорода ремонтируется 20 фасадов зданий. Уже сделаны 84 заезда с твердым покрытием к жилым домам. Основную часть работ планируют завершить к 5 августа. Затем в процесс благоустройства Сумской будут вовлечены частные домовладельцы. Станислав Колесников, Дмитрий Еремак. К этому часу Белгород.